некоторых вариантах, например, если лё, оно разбавляется и все. Некоторые материалы это привет. Но большинство материалов не получается технологически. Сырая технология, ну, представьте себе, ванна, все такое точно выглядит, словно говоря, раби. Понятно, да? То есть костра, костровой слой, гораздо вас тоньше. Если я возьму крапиву, то это будет еще печальнее. А к чему это все ведет? То есть если вы начинаете его рвать, это просто уже внутри костряного слоя там, да, ну, что-то там могло перебродить, ну не важно, вот она, пожалуйста, все, да, всю ее чуть-чуть сдевать. Это то, что отселить, отделить. Нет, знаете, чем вы за залом мыть как можно чаще, и все. Ну ничего себе. На отдыхе, мораторий снимает. Ну, в общем-то, практически равно надо ее расчесать, облагородить, сложить ее один в один, и она будет такая вполне. Ну что, что у нас тут получается? Какие-то укоротились, перевозили. Если правильно все сделать, где там будет? Если ты слишком боишься, то это все. Давай дружить. Ну, это хорошо. Вы выбить ее до пуха сложнее хорошего технологического, то она прочит. Ну, я не знаю, она по-разному. Надо почувствовать, чтобы она не рвалась. На руке чувствовать это, что ты щелчки такие. Раз. Потекла и все. Потихонечку, Ваша просто. Надо закрыть, что не дело. Раз, вот и все потекло. Еще пониже. Сколько раз она там должна быть? Что она показывает? А то вам всем Таня хорошо показала, что тебе разрегатами, а вторая октябрь. Это не дергается, она не дергается. Давайте мою пока так работу покажем. Еще чуть-чуть, я приноровлю сейчас к ней. Она у него не дергает, хорошо? Правда, как будто она как это самое. Ее надо будет припасть.
И потом это перескочить, но в следующий раз она будет чуть-чуть короче вас воротить. Погоди, поэтому погоди. Два или три раза так приходилось. Ну, по маме понятие, чтобы она... Пить будет тебе. А где Ваня? 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 Где аккуратно, чем она жестче, тем можно не грузить, не работать, все равно получится. А чем она ближе к февралю, тем больше будет ощущение, что вы уже не советуете все вообще. Так что, есть какие-то требования?